Друзья, всех приветствую. За последние дни не выставлял ничего про Гретту, потому что одно и то же. Делаем капельницы. Точнее, уже последние, позавчера сделали капельницу. Блин, где ты? Вот вышли на прогулку сейчас. Анализы общие еще не делали. Врачи сказали попозже смотреть за ее состоянием. Она, в принципе, чувствует уже себя бодренько. Видите, как тянет. С собаками вышел, взял вьюгу и музгара, самого старого, самого такого из всех собак, которые могут натаскивать молодых. Грете наши, ну, примерно около 2-1,5-2 года, в юге также. Сейчас я чуть подальше отойдем в лес, отпущу ее. Вон они бегают. Юга, конечно, очень агрессивна нашему Воланду Гретте. И да, друзья, пишите в комментарии там, что где Грета, почему там не выставляешь ее. Ну, каждый день одно и то же, зачем. Я снимаю вот по факту. Сейчас вот вышли погулять с ней. Перешли на таблеточки. Я говорю, состояние у нее хорошее сейчас. Осталось только зубы. Но зубы надо делать под наркозом, поэтому... немножко дать восстановиться собаке нужно. Сейчас я ее отпущу. Главное, чтобы ты, Грета, не рванула обратно куда-то. Пойдем. У нас еще снега вон. Все тает, правда, но снега еще кучу. Сейчас я тебя отпущу. Сейчас отпущу, моя маленькая. Иди сюда, Грета. Сейчас при вас прям все будет. Иди ко мне, моя маленькая. Иди ко мне. Иди ко мне. Все, погнали. Пойдем, пойдем. Пойдем вперед. Вот умница. Вот она бегается хоть. Вот так бежит к собакам. Беги, 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 Грета. Так, мне, чтобы не провалиться. Вот мы идем в лес. Сейчас посмотрим, что она там унюхает. Что собаки найдут. Вон она белоснежная, какая красотка. Ну и я, всем привет. Смотрите, какая красота, вербочки. Вон, Грета по пятам за мной. Тут... не было этой трубы. Сейчас все подтаяло. Но в тундре еще снега очень много. Так, сейчас на разведку вышли, чтобы посмотреть, как она себя будет вести. В принципе, хорошо. Все нюхтит, за мной ходит. Молодец. Там уже собаки сработали. Наверное, белка. Вот она здесь. Видите, вьюга неровно дышит, бежит к ней. Вьюга, нельзя! Вьюга, ко мне! Эти, она хочет ее схватить. Достала. Вчера хорошенько ее придушила. Все, нельзя. Видите, я на нее ошейник этот повесил, чтобы она не дубасилась, что ее. Потому что разнять никак не получится. Видите, побежали. Толпой стая, пусть привыкает. Она, видите, даже бегает. Капец, как инвалид какой-то. Не как лайки. Засиженная, видно. Грета ждет. Музгар вернулся, облаивал белку. Туда не пошел, потому что там не пройду я. А, звонят мне. Вон они. Вьюга, что за дира такая? Вьюга! Вьюга! Вьюга, иди. Вьюга. Вьюга, на. Я тебе... Нельзя! Юга! В общем, собаки щемят ее в юга в основном. Сейчас еле разнял. Получила у меня, блин. А Грета как в точку дала, и все, и убежала. Не хочешь подходить, зову ее. Никак вообще. Он следит, наверное, за ней. В общем, друзья, Грета в топку как ушла, в югу посадили, обратно в вольер выбрался. Музгара с собой взяли, чтобы помог найти. Во дворах нигде нет, объездили все. Значит, где-то в лесу она шарится. Испугалась, то что бить ее начала в юга опять. В следующий раз на мордник на в югу буду одевать.
Дай бог, чтоб нашлась, а то в топку дала. Вот какие-то следы есть, вот в сторону она ушла. Друзья, сейчас часа полтора по дворам ходили. По нашему дачному поселку, этому участкам. Нигде нету. В каждый двор заглянули, нигде вообще ее нету. Грета, сейчас обратно в лес вернулся я. Уже мой помощник уехал. Сейчас пойду, буду ждать, след искать. Где она, может, где-то в лесу под кустом забилась каким-то и сидит. Может, то, что вдвоем гуляли, она не подходила из собаки. Сейчас вот один. Надеюсь, если она здесь выйдет ко мне. Капец, вот так. Кто б знал? Кто б знал, что так получится? Все, друзья, ладно, давайте, пошел искать. Прошел еще час, дошел до места, где я обычно фотоловушку ставлю. Греты нет. Вот дерево наткнулся, почему-то раньше не замечал. Вон там находится дупло. Не знаю, видно вам, не видно. Там, по-моему, кто-то есть даже. Друзья, всем доброе утро. Грета до сих пор не нашлась. Вот только приехал с утра. Следов тоже никаких нету. Где я оставлял специально открытую дверь. Сейчас тайгу выпустим, попробуем с ней найти. Тайга, иди сюда, иди ко мне. Тайга, идем. Уйди, Акела, уйди. Тайга, Акела, иди сюда. О, сейчас выпустим. Друзья, обшерстили с собаками все дворы. Минут 40 ходили, везде бегали. Я выпустил Алмаза на подмогу, потому что он ее тоже знает. С ней дружил, с Гретой. Вот сейчас в лес пойдем опять искать ее. Что-то мне такое чувство, что она в лесу все равно. Она людей остерегается, машин тоже. Поэтому, наверное, где-то в лесу тусуется. Греты нигде нет, в лесу тоже никаких признаков жизни. Собаки обчесывают. Уже, в принципе, все обчесали, он бегает на виду. Вот такие вот дела, друзья. Грета нигде не видно, я даже не знаю, что вообще могло произойти. Или она подумала, что ее выгнали со стаи и больше не приходит к дому. Или она реально потерялась, что маловероятно, потому что вон, блин, снимается. Вон синяя крыша уже виднеется. Она здесь-то одернула. И все, я здесь ее с виду потерял. Она раз-раз, и мне кажется, или вот туда она ушла, или вот туда. Там я все обходил, ее нету нигде. Вот тут по снегу не ходил, потому что он глубокий. Я там не пройду. Собаки сейчас, если я обчешу все там. Вон у нас взял я тайгу и алмаза. Алмаз самый крупный кабель. Это сын тайги. Всем привет, всем доброе утро. Сегодня третий день поисков. Греты пока ни слуху, ни духу. Выставил в группы, присылает другие фотки. Это у нас Синая взял. Она как бы Синая, нормально. Сейчас посмотрим. Пойдем в лес. Думаю, все-таки она в лесу где-то тусуется. Присылает фотографии, но не ее. Там всяких рыжих, палевых, но не белых. Греты нету. Как говорил охотник, у которого брал, тоже у него сестры там где-то, братья. Она, говорит, тоже терялась и, в общем, в лесу находили. В город не пойдет. Ну, у меня тоже такие предположения, что она здесь не будет тусоваться. Уже третий день она бы пришла бы. Ну, попробуем по следам сейчас опять что-нибудь найти. Прошли, наверное, километра 4 с Синаем. Синая уже тоже подустал. Синая больше прошел. Что-то мы не найдем Грету. Ни следов, ничего. Уже вон до станции дошли.
Тут на другой стороне эти ГБшки или что это, какие-то, короче, станции. В общем, опять нету никаких признаков жизни для Греты. У нас, видите, где-то сошел снег, где-то еще его по пояс. Вон хвост отпустил. Это у нас Синаечек. Уже свежик. Вот тоже красавец какой. Ладно, идем дальше. Ищем дальше. Сейчас вот так круг дадим. Нашел следы в лесу одиночно, уже прошел метров, наверное, 700 по ручью. Вот доходит, здесь она возвращается. Не знаю, Гретины нет, но одиночно сюда, кроме Греты, никто не должен пойти. Потому что собаки по ней толпой бы шли. А здесь одиночная. Вот она развернулась и ушла. Не вижу, вот куда она ушла. Тут следов не делала. Тут ручей, главное не провалиться мне. Зову что-то не отвлекается. За 3 дня, конечно, уйти можно очень далеко. Тем более волкособу. Ну вот следы. Вон туда. Вот так. И все, там дальше некуда. Никуда не идут. Ладно, буду продолжать искать. Друзья, всем привет. Вчера вечером выехал тоже искать Грету. По базам всем, по ГПшкам, через лес, как она рванула туда. Я думаю, по следам, я ее следы видел. Думаю, она туда и рванула. По базам всем номера оставил. Нигде никто ее не видел. Ну, там присылают фотографии в группах, но все это не то, не она. И туда аж до кладбища съездил, это аж за город. Там тоже на базе там охрана, оставил им номер телефона. Сегодня 4-й день, как я ее ищу. Сейчас вот опять ближе к вечеру поеду туда, вдоль дорог проедусь. Надеюсь, что найдется сегодня. 4-й день, как-никак, блин. Как так вообще рвануло? Вроде бы уже ко мне привыкла и ластилась, и тявкала. Я вот даже вырежу моменты, ставлю сюда. Вот даже сейчас. Ой, Греточка, Греточка, ой, такая маленькая моя. Ой, 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 как ты радуешься мне. Ой, иди ко мне, моя сладкая, иди ко мне. Хорошая, хорошая, иди. Ну вот, видели, как она ко мне ластилась, как она меня встречала. Поэтому, друзья, у меня никаких не было сомнений, что она куда-то дернет от меня или что. Я говорю, мы гуляли, я не знаю, ну примерно... Ну сколько? Ну минут 20-30 точно мы гуляли. Без поводка она ко мне и подходила, и ластилась, и все. Ну и тут в один момент вы увидели, что произошло в самом начале. В общем, ладно. Идем дальше, будем надеяться на лучшее. Подсказала здесь мне опытный охотник, что нужно взять вещь, в которую я ходил, которую она помнит. Положу на то место, где она сбежала. Вот штаны мои. И попробуем ее так отыскать. Он еще корму взял. Это у нас 5-й день. О, привет, Слайк. Вот мой брат. Приехал помогать нам на даче. Давай, через полчаса вернусь. Пойдем, пойдем, Синай. Положил свои штаны. Сюда корма. Вот она. По следам, через трубу и направо ушла. Там я километр в прошлый раз прошел, вчера. Там, ну капец, уже дальше не пройти было. Сейчас он Синай рыщет, бегает, не знаю, куда убежал уже. Надеюсь, что что-то да будет. GoPro села, зарядку что-то найти не могу, поэтому снимаю на телефон. Не знаю, есть ли разница, какая, нету. Пойду дальше туда вот по... Там, может, следы увижу какие-нибудь. Бегает. Вот, видишь, куда он бежит? Вот прямой туда она. А, туда она спряталась? Нет, стой, 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 стой.
Вот, вот видишь, трубы идут, ага. Синее пятно, да? Ну. Вот, и по прямой, видишь, березы стоят? Ага, ну. Вдали, вот туда, прямо на бугру я ее видал, белую. Да, 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 сейчас я... Ой, блин, хоть бы это она была. В общем, походу это была Грета, потому что побежала прям по лесу вдоль, и за ней кобелек вот туда, прям в лес. Видите, следы, невозможно идти. Проваливаемся. Сейчас не знаю, или квадроцикл возьмем, приедем. Не подбегает ко мне, друзья. Все, вольная жизнь ей больше нравится. В лесу. Может, в лесу, чем и питалась. Так что, друзья, надеюсь, что это Грета. И, блин, ну смотрите, ну как можно идти? Невозможно ходить. Поэтому сейчас или лыжи возьмем, блин, или... Ну, не подходит, не знаю, подойдет она, нет так. Тем более, если на квадроцикле сейчас за ней выйду, навряд ли она ко мне подойдет еще и на квадрике. А там в лесу и не уедешь никуда на квадроцикле. А на лыжах она как топнет, вон топнула. И все, ее нет просто в точку. Издалека ее видели метров 300. 200, 300, вот так вот. Фу, ё-моё. Ехал за лыжами. Вот, взял лыжи. Сейчас пойду ее... тропить, постараюсь найти следы ее и по следам пойду за ней, потому что туда, там дорога, она не выйдет, будет здесь бегать, находиться в этом треугольнике. Кобель, который за ней побежал, уже вернулся, там сзади находится, видите, здесь какой пустырь, километров 10 от, от нашей дачи примерно. Ну все, друзья, с Богом. Искать ее. Друзья, походу это она. Грета, 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 Грета. Скочила, убежала. Ой, блин, ё-моё, хоть бы это она была. Грета, 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 Грета. С Лёшки поднял. Ай, блин. Ленька, иди ко мне. Грета. Не вижу я. Грета, 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 Грета. Грета. Вот, друзья, следы ее. Сейчас она вот тут у Лёшки была. Все тут истоптано. Постараюсь. Не вижу, она, не она. Ну, вроде бы она. Греточка, Грета. Не подходит ко мне, видите? Все, обозлилась. Вот, вот. Ну, чьи это следы? Вот, видите следы? Не знаю, она, не она. Сколько уже раз повторил. Грета! Грета! Вот куда она дернула? Буквально в метрах, не знаю, 50 ее поднял. Вот, видите, все истоптано здесь. Какая собака сюда пойдет? Все, друзья, через речку я не пойду, потому что там вон уже скрылась она кое-где. Там я провалюсь. Вот она ушла от меня. Вот к тем базам, где ее первый раз видели. Как по описанию, она в первый же день сюда свалила. Фух. Короче, не знаю. Буду ждать ее сидеть сейчас здесь, может, мимо будет проходить. Или подойдет, не знаю. Я теперь понятно, чем тут Грета питалась. Смотрите, вот следы как раз шли. Вот, куропаточку заточила. Знает, короче, как охотиться. Офигеть, она как волчица прям от меня текает. Только пятнышко виднеется сейчас вот. Блин, по следам туда, ну как туда пройти? С той стороны ехать, она сюда опять перебежит. В общем, пойду по краю, может там повиднеется. Пошел, круг сделал. Обратно сюда вернулся, на пески. Она меня водит за нос. Все, с поля зрения я ее потерял. Не вижу, короче. Сейчас отца попросил, чтоб собаку сюда подвез. Синая. Попробую Синаем опять порыскать ее. Может, к Синае подойдет.
Вот такие дела. Офигеть, я даже и не думал, что так вот она будет за нос еще и меня водить. Лечил ее, вот что значит волчья кровь. Пофиг, лечил ты ее, не лечил. Это не собака, которая будет тебе благодарна всю жизнь потом за твои деяния. Вот она, вольный зверь. Поэтому, друзья, думайте, прежде чем брать гибридов. Им нужно 24/7 также уделять внимание, как и волкам. Или будет же такая же история у вас. Сегодня, слава богу, тепло. Ходить хоть возможно. Плюс 3, солнышко светит. Вот обнюхиваю тот след, где она лежала. Где на лёжке была. Первый раз, где ее поднял. Все, все, искать, искать, сына. Искать. Все, унюхал, искать, искать. Молодец, все, пошел. Сейчас, может быть, увидит она его, прибежит к нему. Я здесь буду ждать. Потому что не подпустит нафиг. В общем, друзья, Грету я не нашел. Она как ломанулась, Несина я тоже не нашел. Завтра будем пробовать приезжать еще раз сюда. 90% то, что это она была, потому что другая собака так бы не текала бы. Ну все, давайте, до завтра. Поиски продолжаются. Сегодня был 5-й день. Друзья, доброе утро. 4 утра. Поехал. Взял Музгара на даче. И сейчас еду в то место, где видел вчера лично Грету. Свалила она от меня, кто не помнит. В общем, сейчас постараемся по утру, по восходу ее приманить. Через Музгара. Все, поехали. Друзья, Греты и не видать. Никаких признаков жизни. По тому же маршруту прошел. Кружочек теперь ушел в сторону. Левее, куда Музгар пошел. Но уже сколько? Минут 40, наверное. Гуляем. Она сломается. В общем... Нету Греты. Не знаю, куда. Может, вчера спугнул ее. И она ушла еще дальше. Сходил сейчас опять на то место. Приехал. Забрал свою вещь. Никто не подходил. Никаких следов нету. Поэтому не знаю. В общем, сегодня 6-й день уже. Как-то Грета не хочет обратно. Ну, во-первых, она не считает меня хозяином. Во-вторых, я так понял, что она подумала, что ее изгнали из стаи, поэтому она вообще никак не реагирует. Ну, говорю, вот вчера, может там приблизить, посмотреть, я буквально вот 50-100 метров, не знаю, примерно, уже не помню. Вот так она вскочила с лёжки и свалила от меня. Вот, скорее всего, это была последняя прогулка с Гретой. И вообще, Грету, возможно, я больше не увижу. Очень много вас спрашивает народу, где Грета, куда пропала, что там с лечением. Поэтому, друзья, ну, хотел как лучше. А еще раз повторюсь, получилось, как всегда. В общем, такие дела. Добрый вечер. Как видели, с утра с Музгаром ходили, искали в 4 утра Грету. Никаких следов и признаков для жизни не было. Сейчас вышел с Синаем, пойду на свое место, где я оставлял приваду, подкармливал животных диких. Сейчас туда схожу, поставлю фотоловушку и оставлю килограмм куриных голов. Возможно, что Грета придет на запах и... возможно, попадется на фотоловушку. Если она здесь будет ходить, то мне ее здесь будет легче поймать, потому что это сблизи дачами буквально 2 километра. Поэтому, друзья, попробую сделать так. Других пока вариантов я не вижу. Всегда ходил мимо вот этих кедрачей. Смотрите, что обнаружил. Все ветки, все погрызано, все поломано. Это что вообще такое? Непонятно, чьих рук это дело.
Неужели человек это все такой изверг понаделал тут беспорядки? Собака навряд ли достанет. Хотя, вон, смотрите, неизвестно он. Видите? Непонятно, что здесь происходило вообще. Что это такое вообще, поломан столько веток. В общем, друзья, поставил фотоловушку. Положил туда килограмм куриных голов. Выставлю сегодня видео полное. От начала до конца, вот эту неделю полностью, как я искал. Очень много вот там, я не помню, говорил я уже, нет, задают вопросов там, где Грета? Ладно бы просто спрашивали, где Грета. А пишут же всякую чушь, он ее усыпил, где видеоподтверждение и еще тому подобное. Короче, пошли вы все нафиг, кто там пишет такую чушь. Не просто так, да, я возил из Москвы, ее ждал 4 месяца, эту собаку, да, гибрида, чтобы потом взять ее, усыпить там или еще что-то сделать. Тем более люди мне деньги кидали, я вообще все чеки могу предоставить, сколько и что я вообще на нее потратил. Поэтому, друзья, давайте я выложу это видео сейчас, недельное, а следующую неделю, я надеюсь, дай бог, у меня получится ее споймать, словить. И следующее видео я уже, недельное видео выставлю в следующий раз. Так что, друзья, все, кто пишет всякую ерунду, чушь там по поводу Греты, что я там такой секой ее куда-то дел там или еще что-то с ней сделал, все будет видео, смотрите. И прежде чем что-то писать, вы посмотрите полностью все, YouTube, каждое видео, которое там, там все есть, пролистайте хотя бы по названиям. А то одно видео посмотрели и все, и начинаете делать выводы полностью обо мне, о Келе, вообще полностью о канале. Вот, поэтому я просто отвечать не буду на такие комментарии. И вообще мне там пишут, вот там 1000 комментариев, ответил только на 2 или 3. Друзья, слушайте. Ну, пока карантин, у меня была возможность отвечать. Но сейчас, в принципе, я стараюсь по максимуму отвечать. Но у меня нет столько времени, как у вас, заниматься писаниной. Поэтому по максимуму стараюсь отвечать на более интересующие вам вопросы, а не такие там, о, а что он в клетке или еще что-нибудь. Ну, такую всякую дичь. Я не буду просто отвечать или, ой, он Грету там усыпил, ой, да он такой секой. Ну, что мне отвечать на эти комментарии? Там таких 1000 комментариев. И еще по поводу Герды. Скоро, я надеюсь, засниму видео. Герда, это чехословацкий волчак, который у меня был. Он на передержке у девушки. Я ее сначала в приют отдал. И там мы договорились, что она, ее возьмет девушка на передержку. Ее взяла, и вот уже месяц она практически на передержке. Я ее определил. У меня есть хороший друг в Екатеринбурге живет. У него тоже волки. У него 11 волков, рысь и еще там всякие животные. Вот я ему ее определил. Он для нее уже построил вольер. Сейчас ищем ближайшую машину перевозки, которая поедет. И она отправится в путь. Это все постараюсь заснять. Как ее будем отправлять. Как она придет туда уже. Заснимет мой друг, все это заснимет, и я в следующем видео, там я не знаю, когда это все произойдет, я обязательно выставлю, в каких она условиях, кто новый хозяин и тому подобное. Все, друзья, всем мира, добра, все, всем пока, в общем.